Всем привет! Меня зовут Жансулу, я из города Астаны, столицы Казахстана. Это вот наш символ, байтерек, самого центра Великой Степи, с приветом. Совершенно недавно проходила курс «13 живых эмоций» с Ларой Шум, и это моя видеоблагодарность, видеоотзыв. Краткая предыстория. Я всегда мечтала сниматься с детства в индийском кино, в Болливуде. И после того, как я закончила магистратуру, я сразу же не думаю, то есть очень было много сомнений, то есть желаний, сомнений, все это на одной чаше весов. Я решила просто поехать, просто на наобум, и дальше будь что будет, попробую себя, испытаю. И когда я приехала в Индию, совершенно стал вопрос с языками и с актерским мастерством. И то, чтобы идти учиться с актерским мастерством в Индии, то для меня это проблема с языками, это немножко некомфортно, и методика не та, и то, что подход, может быть, ну, не очень мне подходил. Я пробовала, ходить на бесплатные, на пробные уроки водные, и как бы я понимала, что это не то. И возвращаться обратно в Казахстан, то есть это потеря времени, ресурсов, энергии. Поэтому для меня возможность заниматься онлайн, дистанционно, это огромная радость, благодарность текущему времени, отдельно Ларе за то, что есть такие возможности, за то, что Лара этим занимается, учит своих учеников, передает свои знания. И вот, за это отдельное спасибо. Нашла я YouTube-канал совершенно случайно, после того, как мне агент написал и сказал: изобрази мне сейчас страх. Совершенно я вбила в поисковик YouTube, как изобразить эмоцию страх, и наткнулась на видео Лары Шум. И ее объяснения очень мне помогли это изобразить, на мой взгляд, как я считаю, и как посчитал агент, что без какого-то либо опыта с нуля, просто посмотрев видео, мне получилось прожить эту эмоцию, ну, на мой взгляд, и записать на это видео сразу же. Я отправила, я подумала: вау, как классно, что есть такая возможность, что это не сидеть, зубрить, учить или выдавливать себя, или искать то, чего нет, а действительно проживать эту эмоцию настолько живую, что она, ты понимаешь, как с этим работать, как это доставать из себя и как это показывать. И вот этот вот, о чем это курс, да, о чем это 13 живых эмоций, что вы не придумываете, вы не выдавливаете себя, а вы действительно их показываете, их проживаете, они действительно живые, они смотрятся очень натурально, естественно, не наигранно. И для этого есть прекрасные методики, способы, как это все прочувствовать и по щелчку показывать. То есть, например, на кастингах режиссеры или кастинг-директоры просят показать это все очень быстро. Радость, грусть, тоску, любовь, страсть. И все это в разном порядке. И когда я уже научилась вместе с Ларой, то есть для меня это уже миссия выполнима, миссия возможна. И как проходили наши занятия, это все онлайн, по скайпу, в назначенное договоренное время мы созванивались. Лара объясняла, как структурно, как показать эмоцию, из чего, как все происходит, и показывала, когда нужно было. Затем я старалась ее повторить и воспроизвести, да, то есть по этому алгоритму действий. И по проходу, после того, как мы проходили блок эмоций, я записывала видео уже дома, и тоже по щелчку должна была показывать эти видео, эти эмоции, и сдавала Ларе, и она давала мне обратную связь. Совершенно, что и когда у меня были какие-то, например, какие-то эмоции хорошо получаются, да, у меня очень хорошо, по словам Лары, получаются позитивные эмоции, радостные, потому что, ну, я действительно сама позитивный человек, жизнерадостный, для меня это легче воспроизводить. А что-то вот ненависть, страх, гнев и другие отрицательные эмоции, это были немножко сложности. И когда, если у меня это чего-то не получалось, то Лара мне на это указывала, и мы ее дальше практиковали до вот этого автоматизма, чтобы потом уже это просто не задумываясь показывать. Поэтому это очень круто. То есть эти занятия проходили в онлайн по скайпу, все очень доступным, понятным, с современным языком, когда с нуля можешь это понять. То есть я человек без образования, совершенно другое образование, просто вот детская мечта. Я выросла на индийском кино и решила: сейчас или никогда. Поэтому я просто поехала туда. И для меня онлайн эти курсы, это прям
просто спасение. Поэтому я очень благодарна вам, Лара, за ваш курс, за ваши знания, за ваши инструменты, за то, что вы делитесь с этими учениками. Я вам очень благодарна. Я приду к вам на основной курс «Актерское мастерство». Я желаю вам благодарных учеников, огромный поток учеников со всего мира, всемирную любовь, известность, признание и просто получать удовольствие от своего дела. Это то, чем вы занимаетесь. Сил, энергии, жизни, попутного ветра. Пусть все у вас будет хорошо. А тем ребятам, кто хочет научиться, это для жизни полезно, это в жизни пригодится и для своей сферы, и кто хочет сниматься в кино, в рекламе. И сейчас потихоньку моя мечта уже сбывается. Я снялась в главной роли в рекламе банка в Индии, в небольшая роль тоже с очень крупной известной актрисой Катриной Кейф, с Шарукханом. То есть, конечно, нет предела совершенству, и учиться нет, и живи, век учись, и еще много чему нам предстоит научиться, и попробовать, и сделать, но рискуйте, дерзайте, и все у вас получится с любовью, из самого сердца Казахстана. Всем спасибо.